Ну а если хочешь получить халяву на сайте MyCSGO, в поле промокод вводи промо STR777 и получай плюс 40% к своему депозиту. Здорово, молодежь. Трейбер на связи. Я на сайте Case Battle, на моем балансе 1500 рублей. У меня есть цель сделать X10 от своего депозита. И есть два сайта, на котором я буду пытаться сделать X10 от своего депозита. Первый сайт Case Battle, второй сайт MyCSGO. Промокод на Case Battle Glory21 дает плюс 21% к пополнению. На MyCSGO есть тоже промокод, чуть позже о нем расскажу. Пятихатка здесь, приятного просмотра, поехали, тянуть не будем. Давай начнем сразу с новеньких кейсиков, которые только относительно недавно вышли. Просто пробуем их покрутить, посмотрим, что по шансам. Что-то вообще на что-то нам стоит рассчитывать или в целом не надо. 35-51 рубль, отлично. Первый слив, второй окуп. Получается, мы сейчас плюс-минус просто в нуле. Шаром залетает стоимостью 75 рублей, неплохо. Слушай, если в целом кейс батл нас сейчас будет окупать вот так вот в плюс 20-30 рублей, просто можно на весь балик нам пооткрывать и в принципе все. Так, 326 рублей на балансе. Я вот думаю, чтобы не затягивать и как бы понять, наверное, нужно немножко рисковать. Поэтому я на весь баланс сейчас открою кейсик стоимостью 300 рублей, нам выдается 121 рубль, я тебя понял. 26 рублей есть на балансе, два раза открываем кейсик Silver Elite. Нам дает он полную дичь, потому что не окупает. Погнали, на 5% протестим апгрейды. Как сегодня у нас работают апгрейды? Вообще, может ли что-то у нас сегодня зайти? Так, 5% не зашел, 11% также не зашли, 11% также не зашли, еще одни 11% также не зашли, 12%, ну-ка, 12% не зашли, и последний протестим, 40% тоже не зашли, апгрейды говорят до свидания. А мы сейчас немножечко обманем систему и сделаем вот так. У меня есть немного вот этих вот коинов. Откроем два раза. Раз, два. И закинем все это дело в контракт с добавлением всего баланса. Он нас слил в хлам. 220 рублей и 224. То есть плюс 3 рубля. Окей. Окуп, окуп. И так MyCSGO считает. Типа, я тебя же окупил. Неважно, на рубль, на два, но я тебя окупил. Значит, я крутой сайт, я могу окупать. Открываем за сотку. Прилетает нам серебряный кварц стоимостью 38 рублей. Я тебя понял, у меня к тебе нет вопросов. Теперь через F5 я хочу пооткрывать кейсик за 13 рублей на весь баланс, потом, точнее, со всеми скинами, пойти просто в апгрейды. У нас это получится? Получится. Давайте посмотрим. Насыпало нам, ну, 3 окупных кейса. Давай вот это, точнее, 3 окупных пушки. Вот это все дело закинем в соточку. Почему апгрейды? Потому что, ребята, сайт Case Battle — это про апгрейды. Сайт MyCSGO — это про окуп слоу балансов. Ну, как бы такая история. Easy Drop — вообще непредсказуемость. Типа, он может там тебе с кейса навалить очень хорошо, а может тебя просто в хлам вот так вот брать и сливать, и вообще ты даже и не поймешь, почему так быстро все слилось. Как бы ты даже не успеешь глазом моргнуть, а у тебя уже нету всего баланса. И последнюю штучку мы закидываем также на апгрейд. Сайт лагает. Видимо, он такой: о, у нас один апгрейд зашел, ребята, а второй? Второй не заходит. 100 рублей у нас остается на балансе, точнее 111, его мы потратим, знаете на что? На синие скины. Стоимостью 105 рублей. Переходим сразу в апгрейд, дает 38, ставим 380 рублей, добавляем 6 рублей баланса. Просто смотрим, даст, не даст, даст, не даст, не дает. Окей, переходим на сайт MyCSGO. Я на сайте MyCSGO, ребята, сюда депал с промиком уже не 21%, как на сайте Case Battle, а промокод на 40% STR777, который дает плюс 40% к пополнению. Соответственно, я сюда не депал 500 рублей, я сюда задепал 380 рублей. Я просто четко помню цену. 380 рублей или, да, по-моему, 380 рублей, только где мои 2 рубля? А может быть меньше, или 370 это было. Короче, плюс 40% получаете к депозиту на свой баланс на сайте MyCSGO. Промокод на MyCSGO оставляю над своей головой в описании под этим видео. Когда залетаете, обязательно его вводите. И, кстати, вы уже, наверное, плюс-минус поняли, что у меня нету привычки призывать всех подписываться на мой канал, поэтому я просто вам скажу. Перейдите на мой аккаунт, ознакомьтесь с моим аккаунтом, посмотрите, что я снимаю, какой интересный контент снимаю по различным сайтам, где есть скины для игры CSGO. Если вам понравится, подписывайтесь. Я буду только рад. Я буду только рад, если вы подпишетесь, потому что вы захотели и вам понравился мой контент. А просто так подписываться ради какого-то конкурса, из-за того, что я разыгрываю какой-то ножик, смысла нет. И если хотите конкурс, соответственно, напишите об этом в комментариях, напишите просто плюсик, вот такой вот. И я устрою для вас конкурс, пойму, что много людей хотят, чтобы я его устроил. Так, слушайте, третье открытие. Нас первый раз он окупил, второй раз слил, третий раз тоже слил. 454 рубля у нас лежит на балансе. Я думаю, наверное, дешевенькие кейсы мы сейчас попробуем потестить. Самые дешевые кейсы, которые там по 8, по 10.
10 рублей. Это вообще 16 рублей дал, офигеть. Ну, знаете, вот нельзя мимо этого проходить, просто десяток разочек мы вот один раз 10 штук откроем. Даст, даст, не даст, не даст, не дал. Ничего страшного. Идем дальше. Где кейсик за 8 рублей? Просто по 5 раз будем вот так открывать фастиком в надежде на то, что прилетит нам какой-нибудь окуп рублей за 300, и мы просто будем в шоколаде. Не забывайте, цель, ребята, сегодняшнего ролика — сделать x10 от нашего депозита. Соответственно, если у нас депозит 500 рублей, наша задача сделать 5000 рублей на одном из двух сайтов. И я вот как раз таки хочу протестить, на каком сайте я могу это сделать. Так, пока окуп. Пока окуп — это хорошо, но не такой сильный. Там он окупает по 5, по 10 рублей. Вот, ну, на 7 рублей купил. Но вот, разъяренная толпа, 723 рубля. 8 соток, ребята. Мы провалили потолок. Нам кейс дал x10 от своей стоимости. То есть мы тратим 85, он дал нам скин за 723 рубля. Суммарно у нас вышло 800 с чем-то рублей. Неплохо, неплохо. Косарь на балике у нас имеется. Что-то еще дорогое нам высыпешь. Если ты в целом повторишь, нам уже будет намного проще. И мы уже быстрее дойдем до своей цели. 82 рубля. Так, 166 рублей. Давай попробуем один ФАМАС. Помню, открывал, мне залетало ПКД вот этот. Один раз залетело. Сейчас покажу, какой мне ФАМАС. Где он? 900 рублей он стоил-то. Темная вода. Вот, он один раз мне залетал. 127. Понял, слил. Уходим. No problem. Desert Eagle Hundra. Ну, давай попробуем. Че? Ну, я же говорю, если не рисковать. На кейс батле же рисканул, на весь баланс открыл кейс. Значит, и здесь я должен открыть кейс на весь баланс. И это успех. Это успех, он дает нам 1300 рублей. Спасибо. Итого, ну, плюс 3 соточки. Че, это же тоже деньги, плюс 300 рублей. Потому что у нас вообще депозит был совсем маленький. Давай кейс биткоин за 300 рублей. Чувствую, что сейчас даст что-то рублей 50, наверное. Или 40, что-то такое, да? Да, пожалуйста. Сколько? 60. Сказал 40-50, дал 60. Понятно. Так, давайте-ка попробуем по дешманским кейсам. Хотя нет, не этот. Надо вспоминать мои любимые кейсики, где вообще очень хорошо выпадало. Давай-ка, во-первых, мы откроем 10 коинов, 10 кейсов с этими коинами. Даст нам рублей на 70, наверное, на 63. Окей, это тоже плюс балик. Так. Ну, сека, нет. Блогерские вообще не особо люблю, на самом деле, кейсы. Ну, давай вот этот вот так вот. Раз. Потом еще вот раза три откроем, в общем. Вдруг выпадет. Ну, кто его знает. Может, кто-то сейчас сидит, крутит. И я просто сел, подсидел. И он такой: на тебе маг 10 за 600 рублей. Потратили 250 рублей. И последний разок его открываем. Ничего не залетает. И вот сейчас точно последний раз открываем обычным способом. Может быть, обычным способом он меня навалит. И залетает мне ровно 35 рублей, да? 14 рублей, я тебя понял. 790 на балансе. Блин, это намек. Я понял, что это за намек. Здесь есть за 76 рублей. Так, а за 79 что-то было, по-моему, нет? А, он подорожал, по-моему. Да. Давай вот этот, что, кейсик? Black Hole. Великолепный кейс, я считаю. Достаточно хорошо сбалансированный кейс, который может выдать пушку и за 2 рубля, и за 2 косаря. Поэтому я его с удовольствием сейчас открою и выбью здесь на 380, на 450 рублей, на 600 рублей. Печалька. 623 рубля у меня на балансе. Давай-ка вот этот Роберт Маск, который стоил 6 рублей, а теперь он стоит 12. Нифига себе, цены подорожали. Его просто будем открывать на весь баланс. Посмотрим, что у нас получится выбить. Получится ли x10 сделать или не получится. Давай-ка вот так вот раз, через f5. Вот так вот раз, через f5. И еще нам на 2 раза хватает сделать через f5. Переходим сюда в инвентарь. Отлично, кракен. Шир пока продавать не будем. Отлично, револьвер. Что еще у нас такое дорогое сюда нам завалилось? Револьвер. Это уже все продано. Так, раз, два. Ну вот этот шир давай просто вот так вот продадим. Сейчас, секунду, продам быстренько. На 1029 рублей у меня получилось. Слушай, давай-ка вот этот кейсик за 17 рублей тоже вот так вот по фастикам через F5 попробуем открыть. Ну кто его знает, может что-то сейчас залетит рублей за 500. Здесь, в принципе, есть пушки за 500 рублей. Вот 600 рублей, 500 рублей. Если две пушки залетают, то уже хорошо. Переходим сюда, переходим в инвентарь. Смотрим, отлично, это есть. Короче, сейчас все продам и вернусь. Залетело 2 ночных кошмара. Блин, слушай, кейс кайф. 2300 у меня уже лежит на балансе. Мне такое нравится. Меня такое реально устраивает. 2300. Так, главное сейчас вот. Поехали неон. Неон. Давай нам что-нибудь неоновое, красивое. К примеру, там неоновая революция за 1400 рублей. Можешь мне вот так вот что-нибудь насыпать? Неоновый гонщик, к примеру. Но не только full sleeve. Ладно, знаешь, как сделаем? Если пошла у нас тенденция быстрых открытий, значит, по 10 раз мы быстренько открываем на весь баланс. Я просто надеюсь, что неоновая революция хоть одна залетит. И сейчас я просто нажму продать все и надеюсь, там будет, если была двушка, будет хотя бы 2500 рублей. Если это будет кайф.
Так, переходим сюда. Продать все. 4600. А что там такое на 4600 может залететь, я не пойму. Ну-ка, подожди. Подожди-ка. Сайт живи. Где ты? Неон, 32 рубля. А, я понял. Да, это, походу, неоновой революции. Ну, кайф. 4600. 4600 есть. Сейчас я предлагаю сделать апгрейды на 5000 рублей, потому что у нас цель сделать X10. Соответственно, нам нужно сначала выбить пушку, а потом уже на релаксе играть. Я сейчас предлагаю сделать сначала... Да, блин, уйди ты. Сделать сначала сливные по 1.99. 1.91, точнее. Вот сколько? 4 раза. Еще 3. 1. 2, точнее. 1. И последний раз. Все. И теперь мы закидываем вот это все. И поехали. 33%. Если сейчас пятак зайдет, будет хорошо, ребята. 2500 трачу на апгрейд. Остановись. Собака ты сутулая. Ну иди ты отдыхай, понял? Я даже готов сделать вот так вот. Выпадает нам... Понял. Я тебя понял. Косарь сожрал. Вообще все сожрал. Так, знаешь что? Ну это означает, что он может нас сейчас как-то камбэкнуть где-нибудь. Давай попробуем, может быть, майнинг кейс вот так вот просто через F5. Насколько у нас баланс позволит нам это сделать. Может хоть что-нибудь одно залетит. Одно хотя бы. Переходим сюда. Продать все. 600 рублей. Ну что-то залетело там, не знаю что. Давай еще раз попробуем так же сделать. Ну печально. 4,5 рубля лежало на балансе. И вот так вот просто за полторы минуты все взять, слить. Это, конечно, только я могу. Потому что я просто 1800 уже хорошо. Потому что я не жалею деньги и все делаю ради контента. То есть, ну просто открываю рандомные кейсы. Делаю большие апгрейды. Трачу много на это денег, потому что мне не жалко. Так, что, на весь баланс, что ли, открываю я? Давай протестим, ладно, давай сделаем на весь баланс. Я, конечно, в каждом ролике стараюсь открывать майнинг-кейсы, и с майнинг-кейсов я просто поднимаюсь, потому что в основном я снимаю ролики про лоу-баланс, а нужно как-то поднимать баланс, согласитесь? Как-то же нужно его приобретать. Пожалуйста, вижу, уже вижу неонуар. И еще один неонуар, сколько? 6 кусков. Продать все, погнали в апгрейд. Просто в апгрейд. 5000 рублей, опять вот это распространение, просто без всяких сливных ставлю на 30%. Не зайдет, еще раз поставлю на 30%. Но если второй раз не зайдет, то я отказываюсь верить в то, что... Вот смотри, у кого-то зашла. А, это моя зашла, нифига себе. Прикинь, стребер показывает, что у меня зашла. Пятак есть, отлично, ребята, цель выполнена. Теперь я делаю что? Теперь я беру вот так вот, открываю два кейсика фастиком. Пожалуйста, что-нибудь дорогое, что-нибудь хорошее. Ничего не дает, и все это дело поставлю сейчас также на 10%. Почему? Потому что он умеет и любит давать два раза подряд апгрейд. Вот дай мне 3900, не дал. Окей, продаем, повторить 10 раз, фастом, зашел 2300, шикарно. Под вывод 7400, это получается не X10, а X15 от нашего депозита. Ребята, промокод, не забываем, на сайт MyCashGo STR777, который дает плюс 40% к пополнению вашего баланса, действует абсолютно всегда в любое время года и в любое время дня и ночи. Можете его просто сохранить, он был на протяжении всего ролика над моей головой, будет в описании под этим видео вместе с ссылочкой на сайт Case Battle и на сайт MyCashGo. Просто его копируете, вставляете сюда, вводите сумму и пополняете. Сейчас на экране видите 4 ролика, это ролики окупного формата или серийный какой-то ролик, обязательно кликайте на один из них, продолжайте просмотр моего контента. Всем пока.